Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаута, мы продолжаем играть в Atomic Heart, у нас тут уже вон дополнение путешествия в Лимбо вышло, но, так сказать, нам пока не до него, нам надо допроходить дополнение, которое мы начали проходить с вами, Инстинкт Истребления. Комментарии я видел, только почему-то они в Ютубе не сохранились, но я мельком видел то, что писал человек, что можно босса уничтожать просто пулями. То есть стреляешь в люстру, и люстра падает, не обязательно заряженной атакой. Но я к этому пришел потом чуть попозже и понял. Я просто не помню, обрезал я этот момент видео или нет, потому что видос там выходил по времени очень большим. В этот раз нам не надо так много его снимать. Сейчас у нас как раз будет начало видео с босс-файта. А насчет путешествия в Лимбо, ну, напишите в комментариях, хотите, чтобы я потом снимал путешествие в Лимбо или нет. Поэтому продолжаем играть в Инстинкт Истребления. Сейчас у нас будет босс-файт, на котором я в прошлый раз остановился. Должны сегодня его одолеть. Здорово. Нихуя, а я забыл, как хилиться. Сука. На, тварь. Жри, свинец. Хорошо, еще. Блять, не ту включил. А он лох, да? Так, сегодня у нас попроще будет, да? Блять. Сегодня мы очень бодро идем, хочу сказать. Так, тихо, хилься, хилься. Так, у нас время это вот эту вот всю херню подобрать. Там еще контейнер, помним, да? Про контейнер не забываем. Блять. Так, хилочка была, ёб твою мать. Люстры нет. На. Ух, нихуя ж себе. Прыгай. Блять, чё ж мне так везёт-то? Блять, вот сюда подойди. Угу. На, сука! Получай, свинец! Так, сейчас сделаем точно такой же фокус. Блять. Ну-ка. Нихуя, да? Хе-хе. Так.
Сюда подходи. Подошел. Блять, это так не работает. На. Перезаряжаемся. Вот сюда подошел. Быстро. Давай, прыгай. Лох. Блядь. Нет, это я лох. Тихо, тихо. Не, он слишком неправильно стоит. Люстры-то кончились, блядь. Убегаем, убегаем. Вот нам надо его сюда загнать. Подходи. На, тварина. Все, кончились люстры, так херачим. Нормально, нормально. Почти. Ах ты же, блядь, больно. Все. Готов. Блядь. На. Ебать, один патрон остался. Чего? Ты гонишь? Нихуя! Еще стадия! Блять. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, блядь, ай-яй-яй. Охуеть. А патроны-то откуда брать? Ебануться он жарит. Блять, вот сейчас вот неплохо. Ебать, ебать. А что делать-то? Патроны кончились. Ебать, еще ящик вижу. И патронов нихуя нет. Сука.
Блять, ну патронов вообще нет, это пиздец. Блять, живи. Ой, блять, это оказалось сложнее, чем я думал. Блять, вот у Леоноры нахуй не запасся я этими снарягами. Это ж пиздец, тут надо снаряги охуеть сколько. У него 3 стадии, Карлсон, 3. Шел-то я охуенно. Ну давай. Максимально мало тратим. Подходи, подходи. Да, блядь, ну чё ты делаешь? Патроны, что ли, кончились? На, сука! Да, блядь, да ну нахуй! Блять, давай еще, чё за хуйня-то, давай, охуенно шел. Ну, ебать, меня, наверное, третья стадия так расстроила, потому что у меня ни хилок, ни хуя в запасе нет, ни патрон, блять. Давай заново заебал, давай. Возвращаться к чекпоинту с Элеонорой тоже не считаю нужным. Блять, вот ты... Пидор нахуй, ну-ка сюда бей. Блять, да пошел ты нахуй. Заново давай. Мы уже момент проебали. Нам, понимаете, у нас каждая люстра на счету. Давай. На, сука. Прыгай. Лишь я еще раз люстру использовал. Вот так тоже заебись. Заряд копим и хуярим. Ты охуел. Как думаете, его люстра достанет? Мне кажется, нихуя. Блять, я не ебу, под каким углом это надо вставать. Ну, куда стрелять, я в принципе понял.
Патрон-то не вечный только. Так, бегом. Патронов мало. Реально мало. Блядь. Блять, имба ебаная. Блять, зря. Ты охуел. Блять, вот то, что он их с трех стадий состоит, это вообще пизда. Вот так удобно ему в руку стрелять. Итак, я пришел к выводу, то что у нас мало патрон, уже затарился у Леоноры чуть-чуть. Надеюсь, нам это с вами поможет. Правда, я чуть-чуть неправильно начал, ну ладно. Нормально. Давай, спрыгай. Отлично. Замедляемся, чтобы было удобнее попадать. Я понял, как с ним бороться. Чуть-чуть. Прыгай. Дальше едем. Бам. Оно все проще, чем казалось. Сейчас, надеюсь, получится пройти. Блять. Слишком много на них патрона отдал. Наверное, пожалею за это, да?
так хотя бы. На. Все вот так попробовали. Лутаем. Патрончики нам нужны. Я думаю, от этих шаров он может взорваться, но он не может от них взорваться, к сожалению. Вот сюда идем. Давай подходим. Блять, да успел уже. Так, пока только так бьем. У нас вариантов нет. Задолбал. Наконец-то. Так, замедляем. Ну и куда ты побежал? Так, лутаем. Это наши патроны. Больше лутаем. Блять, времени нет. Всех вот так вот бахнет. Ух. Блять, все проебал. О, так, тихо, ебашим. О, хорошо. Так, еще люстр нет. Все, люстры кончились. Блять. Еще чуть-чуть, он меня сейчас ёбнет. Так. На-ка тебе вот так. Хорошо. Да блять, ну чуть-чуть же осталось. Ну ёб твою мать. Поторопился. В общем, попытка была неплохая. Ладно, давай заново. Да, блядь, ты заебал.
еще одна. Ой, как хорошо ты мне сейчас везет. На. Лечись. Хорошо. Живем. Сейчас быстрее дело будет. Патроны лутаем, пока есть время, по-быстрому. Все. Ой, как хорошо, на. На. Во! Пошла жара. Так, теперь вот так делаем. Все хорошо. Так, ты вот откуда взялся? Патроны есть. Все есть. Лутаем по-быстрому. Так, все по таймингам. Ой, как хорошо-то мне сейчас везет. На. Еще. На. Нормас. Еще стадия будет, что ли? Четвертая? Или все? Какая милая бусинка! Она больше других и будет восхитительно смотреться в самом центре моего украшения. Угу. Пошли в раструб. Нормально, босс наконец прошли. И у нас осталось раз, два, три, четыре. Четыре люстры даже осталось. Красиво было. У меня есть мысль, и я ее думаю. Да иди ты в жопу, гусь. Каждому гусю по мысли, каждому Сереже по ебалу. Пошел нахуй. Легкая осталась. Но патроны тратить не буду, да умою. Смысл патроны-то тратить? И так все решается вон спокойно. Не, нормально. Вот на этот раз спокойно справился почти. Ну. Я доставил. Или чё? Или типа баг опять? Ну? Понятно, с последнего сохранения надо, да? Не, ну я его только что прошел. Почему я должен? Что-то там. Может, откроешься? Не хочу заново босса проходить. Ладно. Ясно.
Надеюсь, сохранюсь. Если не сохранюсь, останавливаю записи и прохожу заново. Ага, сохранилось. Ну все, супер. Ну, тут вопрос вот так вот решаем сразу. Блин. Потрачу патроны, так и быть. Блять, а почему? Алло. Сережа, я у тебя денежек не возьму. На хлебушек. Там в зале такая статуя стояла, большая. Я на нее насрал, кстати. Ну, я доставил. Тем глубже мои мысли. Чё за баг-то? О, тут Аленка есть, я даже не видел. Жри говно! А почему не открывается? Почему не открывается? У меня вот такой вопрос хороший. Оно же должно открыться. Я вот это читал. Эдик, мне страшно, я теперь все время напеваю эту колыбельную про укусит зубачок. После нашей прогулки с тобой, рассказов про ИИ, я стал каждый день ремшкафом общаться. Сначала она простые и глупые вопросы задавала, было мило. Потом все еще хуже-хуже стало. Она спрашивала, если бы мне пришлось выбирать, кто бы из родителей меня бросил. А сегодня вообще спросил, съел бы я свою собаку, если бы умирала от голода. Мне кажется, это ненормально. Эдик, может ее как-то выключить? Ты же всегда говорил, что нужен рубильник для ИИ. Формула любви. А ну, под запись говори, что ты сделал? Ну, Алена, я же не хотел, я... Говори живо, я сейчас ругаться буду! Ладно. Я, пользуясь своими исследованиями, изготовил состав, который, ну, который... Да что ты мямлишь? Вот как мне признался, так и скажи! Да я просто хотел, чтобы между нами возникло чувство. И подумал, что... Как еще эту проблему решить, если не с помощью химических процессов? То есть ты приворотное зелье сварил, верно, Ваня? Говори! Ну мы же не в сказке, Ален. Я просто хотел тебя на свидание позвать. А ты же у нас такая... недоступная. Тебе ж только самых умных подавай. Во-первых, это неправда. Во-вторых, если бы ты мне сразу эту формулу показал, то я бы без размышлений пошла. Состав-то гениальный, Вань! Так... Может... Может, теперь сходим? Не знаю. Даже не знаю. Но если ты еще хоть раз такое сделаешь... Так это... Почему не открывается-то? Баг какой-то. А. Здорово. Блин. Что там тоже дальше стоят? Или все? А, вот теперь открылось, да? Ладно, ясно. Не баг был. Так и было задумано. Пятая готова.
ты неутомим, любимый, настоящий мачо. Патронов до херища. Может, улучшение какое-то долбануть? Магазин побольше долбаню, мало ли пригодится. Ага, уже не хватает. Чё по лопате? Нормально, прокачались чуть-чуть, сохраняемся. Ну все, пойдем. Угу. У нас еще вон туда, я вижу, дверь открылась, а там что? Ну, давай драться. Ты откуда, Вовчик? Еще Вовчики вроде нормальные были. Почему этот решил вдруг против меня пойти? Это странно. Так, ну мутация — это святое. Понимаете, да? Давай почитаем. Потеряли что-то в суете, забыли ключи или портфель, вы не можете найти нужную научную статью. Вместо того, чтобы искать самим, найдите специалиста. Бывший архивный работник товарищ Ванделеев может отыскать то, чего вы даже и надеялись найти. Ванделеев, все тайное станет явным. Блять, нихуя себе. А разве так можно? Подошел меня, пизданул тут, значит. Ты тоже подойдешь, да? Читаю тут спокойно. Так. Сечина в Клебеде. В будущем предприятие будет расширяться, это очевидно и неизбежно. Пришло время подумать над новыми комплексами, связанными не только с техническими или медицинскими специальностями, но и с культурными. Да, я помню, что ты считаешь гуманитариев людьми низшего сорта, как и большинство ученых, однако хочу указать тебе на эту фундаментальную ошибку. Я никогда не забуду, как вдохновляли меня книги фантасов в детстве. И хочу отметить, что никакой нашей технической великой науки не было бы, не будь романтиков-мечтателей. Физика, химия и нейробиология — это, конечно, хорошо, но раскрывать тайны Вселенной нет смысла, если нет санма талантливых спецов этих побед. Так, Дворцова, архив Стенгазеты. Редактура статьи Гарана Вишнича для Стенгазеты. Как химики мы лучше всех знаем, насколько зависимости и опасные наркотики смертельны для любого социума. И сегодня речь пойдет об опиуме, но не обычном, а о том, который для народа, то есть о религии. Вы знаете, коллеги, что в мире появилось новое модное религиозное течение, а именно церковь коллектива и тому подобное. Да я уже вижу ваши улыбочки и слышу ехидные шутки, но ситуация крайне опасная. Коллектив был создан как торжество человека и науки, а любая религия является антиподом этих вещей. Религия принуждает верить, а не знать, подчиняться, а не творить. Как же все-таки еще слаб человек, если даже в эти тождества разума он ищет надежду в собственных фантазиях? Ну да. Так. Так, а куда там робот ушел? Блять, нахера я ее активировал? А что, сюда пройти можно? Мне вообще вон туда надо. Лошара. Ну да, тут вон почитать можно, да?
Вообще пора бы пострелять, мне кажется, потому что почему бы и нет. А, дверь закрылась, найс. Когда мне вообще вон туда идти надо. Ебать. Нормально вообще качает трек. Так. Нормально. Раскидали. Так, это под вот там. Еще две записки, по-моему, читай, да? Так, Академия последствий Аскаков, отдел контроля Академии последствий. Кто отвечал за заполнение карточки на Полим? Это форменное безобразие, неточного описания действия, не причина следовательского организма. Анализа, блядь, что несу, следственного анализа. Что значит меняет цвет под настроение? Что такое настроение? Вы вообще определили? Как этот спусток полимера в пигменте понимает это самое настроение? Как он влияет на носителя? Кроме всего прочего, вам не кажется, что целому классу сотрудников следовало бы ограничить право на его использование? Как-то Аргентум и другие сотрудники, работающие в поле, товарищ Филатова, вот уже спрашивала, интересовалась, а она, между прочим, из высших, так сказать, чинов. Ну и начальник с зелеными волосами, это же совсем из рук вон. Так, Лебедев, личные заметки. Вот есть у нас комплексы, названные в честь выдающихся ученых прошлого и настоящего. Менделеев, Павлов, Вавилов. А что будет дальше? Появятся ли у нас на предприятии комплексы, посвященные тому, что мы сейчас считаем невозможным? Телепортация, управление временем, гравитацией. Какими будут названия новых комплексов? Фамилии новых воспитанных коллективом гениев? Или же просто назовут их комплекс телепортации? А может и не будет у них названия, ибо отпадет нужда в самом предприятии, и все человечество станет ученым сообществом. Я хочу видеть будущее, но пока что ради него нужно крепко заняться настоящим. Так, Турчинский, персонал Менделеев. Дорогие коллеги, председатель горисполкома города Озерска, товарищ Шальчинов, учредил проведение турнира по внутрисетевой компьютерной игре «Хоттабыч» третьей версии. Принять участие может любой желающий с социальным рейтингом выше 7,5. Призовые позиции, три путевки в КНР. Что там дальше? Тоже проходы есть? Зачем так далеко уходить? Мне когда вон туда вообще надо. Турчинский. Отключенных боевых роботов сегодня вывезли с Сахалина, но совсем понятно, когда их вернут в строй, да и есть ли в них теперь нужда. В случае гипотетической войны нам хватит танков, бомбардировщиков, артиллерии. Да и после такой встряски, такого ужаса, люди хотят только мира любой ценой. Теперь я понимаю, что чувство Оппенгеймера отвратительно. Хеймсов, архив Стенгазит. Поистине великий человек будущего, человек науки. Еще несколько дней назад кошмар и ужас вокруг, казалось бы, явственно заявили о том, что работа предприятия парализована и навеки остановлена. А нет.
воспряли, восстали из пепла, из страха сердца и умы. И когда почти никто не верил в чудо, сами это чудо и создали. Люди возвращаются к работе и снова запускаются химические реакции дружбы, поддержки, упорства. Нет, не сломить человечество никак, пока оно имеет волю и цель. Разум ведет. Мы же химики. Лёва, там студенты из группы В2 новую пищу для космонавтов разработали. Зовут пробовать, пойдешь? Так, Шура, мы же с тобой химики. Ну, химики. И они химики. Ну да. Ты к чему? Ну, конечно, мы попробуем, Шура. Только завтра. Сегодня они пусть сами пробуют. Нормально. Так. Вообще, я помню, то, что я зря ушел. Он отсюда. Мы сейчас... Вот тут запись какая-то лежала. Это я прям точно помню. Я ее, наверное, не залутал. Вот она. Председатель горисполкома города Озерск, товарищ Шальчинов, учредил турнир с занимательными призами и подарками по новой игре от комплекса ВДНХ. Там надо книжки собирать, мудростью обладать, целые замки строить. Интересно, в общем, глаз не оторвешь. Интеллектуально. Как шахматы, только играют два ферзя по очереди и коней двигают. И ни одной пешки. Ты, Санька, как хочешь, а я буду участвовать. Так, если есть возможность, надо лутаться. Отныне тяжелый труд человека полностью исключен. А вторая меня типа не видела, да? Рады тут такие. Наша надежда на человеческий разум не была напрасной. Каждую минуту к коллективу подключаются сотни людей по всему миру. Только воочию ну, блин, то очки понастроили. А тут что? А тут, слава богу, вроде нельзя, да? Блять, можно, да? О, новый чертеж. Уже просто слишком далеко я зашел. Ну хотя вроде тут вон все закрыто, ведь, да? Блять, ну туда я точно уже не пойду. Единственное, сейчас вот тут сохранимся. Чисто это улучшу лопату. Человечество сделало шаг на путь. Доступ разрешен. Ладно, погнали обратно. Нам тут делать нечего. Нам надо идти обратно, потому что у нас путь ведет туда. Фига себе, рукоятка красивая стала. Ебать, здрасте. А может, постреляем все-таки? Здорово.
нормально. Да патронов на всех хватит, чё вы. А чё это, я же за стол встал. Как? Ещё пришёл. Тихо-тихо-тихо. Народ, не надо. Не, когда их много, лучше с пушки пострелять. Так безопаснее. Живой, что ли? Вроде все подохли. Блять, вот хожу куда не надо, а? Так, тут у нас что? Громов, техобслуживание Менделеев. Прошу перепроверить и при необходимости откалибровать дока в медкорпусе номер 4. Я просил пузырек валерьянки на 400 капель, а накапал 402. Пустая трата средств, так как не соответствует системе приема. Разберитесь, раздражает. Так, Андреев к Серебренникову. Надеюсь, у вас в Менделееве все хорошо. Связь через груши барахлит, наверное, от нагрузки сети после запуска коллектива. Но я надеюсь, мое письмо ты все же прочтешь. Каждый день читаю обновления списков погибших и выживших, и всякий раз радуюсь, не находя твоего имени в первом. Но кручинюсь, не находя его второму. Кто бы мог подумать, что еще неделю назад нашей с тобой, дружище, главной проблемой была партизанская войнушка наших ботаников с вашими химиками. Напиши мне, как сможешь, дружище, я знаю, что ты жив, иначе и быть не может. Так, Лебедев, архив Стенгазеты. После того, как проект СССР был официально прекращен, и наша планета уверенно начала идти по пути республики коллектива, я все больше и больше убеждаюсь о том, как глупы были идеи старого мира. А самой глупой из них была война или предвоенное противостояние между США и СССР. Земля и все человечество — это огромное тело, биосфера — организм, страны и народы — органы этого организма. А может ли быть что-то более глупое, чем война органов? Мир, разговор, коллаборация — это наиболее выигрышная стратегия, а худой мир всегда лучше любой доброй ссоры. Война и страх — удел стариков и глупцов, но к нашей удаче на днях человечество переродилось и качество поумнело. И в этом есть заслуга каждого сотрудника предприятия 3826. Так, хорошо, куда меня все ведет? Вообще меня, по идее, ведет туда, куда и надо. Ну да, я просто сократил. Просто там дальше... Дальше там что-то стрёмное. Хотя, может, всё-таки пройти? Почему бы и нет? Ну-ка, чё тут? А-а-а! Тут столовка, всё понятно. Так, а чё там? Не, ну мы тут были. Так странно, что сгущенку я оставил. Ну все, го туда. Наша надежда на человеческий.
подлутаемся. Опять улучшение какое-то. Майор, оружие. Конечно, оружие. Что там за... Во. Наконец-то. Поставили. Фиговина. Правда, ресурсов не сильно достаточно. Там в зале такая статуя стояла, большая. Я на нее насрал, кстати. Молодец. Так-так. Нечаев, отправу на блядская пиздохлоебина. Иди в жопу. Откуда ты вообще нарисовался? Давай. Я достану тебя, даже если это последнее, что я сделаю. Ага. Я научился его убить. Угомонись, животное. Какой-то интересный чертежик тут у нас. Это что? Стоп, что? Реле пассивной безопасности. Разблокируйте работу реле пассивной безопасности, верно упорядочив магнитные потоки. Ну это мы делали уже. Снова эта штука, ну конечно. Но только это дохера умная штука. Можно я тихохонько ругнусь? Ёптвою мать. В пустых-то стенах какой простор для творчества? Ага. Не то слово. Так, собрался, разобрался. Что сделать-то надо? Надо, чтобы они... Оно отсюда идет, дошло. Блять. Что так сложно-то? Да иди ты в сраку, ты еще мешать будешь. Пошел в жопу. Че, засал, Сережа? Ну и у кого теперь гусиная кожа? Ну и урод же ты. Блять, я, наверное, с этой загадкой еще какое-то время долгое просижу. И это, скорее всего, будет конец серии, блять. Ой. Ага. Оказывается, можно. Одна линия у нас прошла, а дальше как? Прошла вторая линия. И
Здесь, честно сказать, ни хера не понимаю. Горжусь собой безмерно, но вида не подаю. Ебать, я прошел? Я даже не понял, как я прошел. Нормально. Что за херня такое? Все, кто уже стал участником коллектива, воочию видят смертельную опасность. Когда вы дочитаете эту надпись до конца, повреждения вашего организма, вызванные ионизирующим излучением, примут необратимый характер. Что-то про радиацию, короче. В коллективе все равны. Авторитет любого участника определяется уровнем его научных знаний и вкладом в развитие. Ну давай драться, давай. На. Нормально. Козел. Скуть нас Болгарии знает. Ай! Тварь. Это что было? Ебать. Здорово. Когда я перезаряжаюсь, можно хотя бы так отставить. Охренеть можно. Нормально живем. Ага, там какие-то шары играть. Тут что? Ладно, вот на этом моменте, я думаю, в принципе, мы можем продолжить следующей серии. А пока подписываемся на канал, пишем лайки. Точнее, пишем комментарии, ставим лайки. Не забывайте делиться своим настроением. Всем до скорых встреч, друзья, и всем пока. Уже просто серия слишком большая выйдет, если я буду дальше продолжать. И слишком большая серия не всегда слишком хорошо. Поэтому всем удачи и всем до скорых встреч, друзья.